Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня опять хочу пройтись по азиатчине. Собираюсь приготовить якисобу с курицей в остром кисло-сладком соусе. Рецепт быстрый, даже очень быстрый. Ну, список ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Заранее поставлю кипятиться воду для лапши. Так, ну и посолю ее сразу. И пока она греется, нарежу все. Сладкий перец соломкой. Лук лепестками. С имбиря надо снять шкурку и нарезать соломкой. Тонюсенькой. Можно было бы имбирь, конечно, и на терке натереть, но затем нужно будет соус процеживать, а мне лень. Поэтому нарежу потоньше и все. Так, ну и пусть уже масло ароматизируется. Кунжутное масло и без того ароматное, а тут еще и с имбирем. Вообще будет бомба. И пока этот процесс идет, также нарежу курицу такими тоненькими ломтиками. Это у меня бедрышки без костей и шкуры. Ну, кстати, можно взять и грудку. Чем тоньше нарезаем, тем она быстрее приготовится. Так, масло уже впитало в себя частично вкус имбиря. Можно и курицу добавить. И вот как только курятина побелеет, надо будет класть сюда уже и лук, и перец. Отлично. Так, вода уже закипела, кстати. Значит, пора лапшу сюда класть. А сюда овощи. И лук, и перец не надо доводить до полной готовности. Овощи должны остаться такими слегка подпаленными, ну как стир-фрай. Вот чуть-чуть они так вот по краешкам помягчели, и сразу добавляю пару ложек протертых томатов. Это консервированные. И сахара коричневого сюда же. Можно и белый, конечно, использовать, но у хорошего коричневого сахара такой характерный вкус и аромат. И мне кажется, в этот соус он гораздо лучше подходит. Теперь красный острый перец. Вот этих вот двух малышей хватит на 4 таких хороших порции, чтобы было очень остро. И перемешать. Почти готово все. Теперь соевый соус смешиваю с кукурузным крахмалом. Вот так вот. И в сковороду. И перемешать. Загустевает моментально. Помните, что курицу я вам обещал острую, а перец я положил и кисло-сладкую. Со сладостью уже все нормально, сахар-то уже здесь есть. А вот кислоты сейчас добавлю. Рисовый уксус. Не найдете рисовый, кладите в конце концов хороший яблочный, только ароматный такой. Будет тоже вкусно. Все, соус готов. Якисобу сюда. Перемешать, чтобы она поджаривалась. Якисоба, она потому что жареная. Как мы сообща выяснили в прошлом ролике про якисобу с креветками, просто соба – это гречневая лапша. А вот когда она якисоба, то это значит, что она жареная. Причем жарили пшеничную, а не гречневую. Густоту соуса регулируем той водой, в которой варилась лапша. Все, готово. Лука зеленого нарезать. И за стол. Как видите, все очень быстро и очень ароматно. Очень имбирно. Очень имбирно. Так, курочку сначала. Очень сочно. Очень кисло-сладко-остро. Так, теперь
Теперь вот лапшички. Лапшички вот этой собы. Да. Очень сочно. Очень прям. Ой. Тут, конечно, зависит от лапши. Разная лапша по-разному воду в себя берет. Но вы регулируете, как я уже сказал, густоту соуса, добавление той воды, в которой варилась эта лапша. Да, и я не указывал время, не укажу время варки, потому что лапша разных производителей требует разного времени варки. Вот эта вот моя готова за 4 минуты. Что-то обалденно. Просто класс. И перец вот этот красный сладкий. И лук слегка вот этот подталенный, обжаренный, тоже сладость дает свою. Очень вкусно. Короче, готовьте такую штуку. Прям ураган. Просто ураган. А, на этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию. Спасибо за ваши лайки, за дизлайки, за репосты. Вообще отдельное спасибо. Не забудьте жамкнуть колокольчик, да. И напоминаю, промокод Фреска позволит вам сэкономить на ножах Самура. Ссылки на сайты официальные Самуры всегда оставляю под роликом. И не путайтесь в написании промокода Фреска через Си. Фреско. Всем пока!